Я Иван Кутузов, преподаватель танцевальной мастерской ID. И сегодня мы с вами позанимаемся таким направлением, как хаус. Мы с вами выучим несколько базовых движений, на которых вы уже сможете немножечко потанцевать. Поэтому первое движение заменим. Да? Угу. Первое движение — это джек или кач, или фил. Что значит фил? Это ощущение музыки. На самом деле оно может быть абсолютно у вас разное. Это то, как вы слышите музыку, так как вы ее чувствуете. Мы сделаем, скажем так, такой распространенный кач. Кач вперед. Поехали. Начнем с того, что мы будем сгибать колени. Угу, отлично. Колени появились. Далее мы добавим кач вперед. Отлично. Грудная клетка должна быть расслаблена. Теперь мы сгибаем колени. Чуть-чуть подаем корпус назад и как бы бросаем его немножечко вперед. Получается раз, раз, делаем маленькую подкачку, опускаемся, один, два, один, сбрасываем. Как будто нам в колени кто-то неожиданно сделал вот такой прикол, наверное, всем детстве такое делают. И раз, и два, раз, и два, и. Окей. Второе движение — Loose Legs, что в переводе с английского — сумасшедшие ноги. Loose Legs. Ставим ногу на носок, затем подкручиваем ее и ставим перед той ногой, которая была сзади. Следующая нога. Один, два. Вес при этом все время впереди, над ногами. Один, два. Один, два. И еще добавляем при этом кач. Раз, два, раз. Два, сгибаются колени. Раз, два, раз, два. Я его называю triple step. Французы это называют pas de bourrée, но я называю по-другому. Triple step. Тройной шаг. Раз, два, три. Раз, два, три. Вниз, вниз. Сели, сели. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Поехали, соединим все вместе. Двигайся дальше. Спасибо за просмотр. Увидимся на следующем занятии.